Ну, это вопрос точно не ко мне, потому что я лицо некомпетентное в этом вопросе, как контролировать потоки мигрантов. Ну, понятно, что они есть и будут всегда, эти мигранты. И можно сколько угодно говорить, что понаехали, но в любом случае везде, в Штатах это там мексиканцы, там где-то еще, там в Европе это, там, не знаю, в Германии турки, там где-то еще, это еще кто-то. Понятно, что с этим надо. И самое главное, что мы-то этого хотим, потому что ту работу, которую выполняют эти люди, да, гастарбайтеры те же, у нас уже делать никто не будет. Поэтому жаловаться можно, кривить носы сколько угодно. А как это контролировать? Я не знаю. Все, что касается контролирования рублем, я пока вот на моей памяти помню только одно, что когда стали штрафовать на 500 рублей, люди стали пристегиваться. А других, в общем, средств контроля рублем, чтобы что-то вот прям как-то резко поменялось, я не знаю. Тут, я думаю, дело не в рубле, тут дело в самой системе. Если она работает для всех, то она работает для всех. А если нет, так и нет. Как тут не контролировать?